коротко, понимаете ли, срез. Говно какое-то. Чистая хуета, блядь. Ладно, по шаману лучше МП5, чем кулак. У нас же, блядь, 4 пала, я думаю, должны все бафнуть. Так, проверяйте бафы. Вроде все должно было доить. Зачем тут МП5, когда оно не дает ничего? Руди, отойди подальше, нахуй кто так близко встал? Я тут стою. Нет, как будет не тут стоять. Почему? Она вот тут будет стоять. Я кроводратик этот заполнил. Вот тут будет стоять. Череп. Кроводратик заполнил? Квадратик, квадратик. Саня, давай метки ставь. Или не, ты лидер, Макс? Я Максу отдал. А, Макс, давай ставь ты метки. Квадратик. Димон, ты только с боссом туда, чуть назад отойди, хорошо? Я могу вообще прям в дверь уйти. Не, ну прям в дверь-то горячка, блядь, чтобы РДД доставали. Фокус сразу. Рыба стоит, ешьте рыбу. Фокус возьмите босса, чтобы не если что не проебаться. Дима, а что ты не распаковал два куска Т-8? Лежат пока. Лежат пока. У нихуя тут шея ноговая, да, падает? Ну, такая ничего. Охуенно. Аксессуар тоже заебатый. Ну, завтра уже. Трини это бис. Ну, завтра в Т-9 побегу, нахуй. Чё? С него тут падает, блядь, без триня, без пушка, блядь. Ну, нормально такой дроп. Пушка, дайте, конечно, метку, да, на танка. Ваша смерть возвести новую эру страданий. Все, 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 стой. Доктор, блядь. Красава, ребята. Смекалки не дотягиваюсь. Ох. Тут типа когда Гера дается? Гера на мобиле. А у Е вообще никакой не летит, там скоро под нами. Так, сука, летает. Ну не подходите раньше времени, ебаный рот, блядь. Стойте до конца, ждите, пока он не упадет, блядь, не шагайте в эту ебаную метку, блядь. Сбить. Летайте как додик. Как насчет эйфорину в РДД? Мелизоне. Мелизона залетела, стопнули весь клиф. Просто бьем каким-нибудь скиллом, который не кливает. На РДД? А че он? Да, зачем нам еще, ну, типа, столько хилов, на самом деле?
Мы об этом вспомним, когда у остальных мана закончится. Макс. Сейчас будет моб скоро. 5 секунд. На пулы, блять, сразу готовьте. Столовка сразу ЛПхи, в него всю хуйню. Он уже вот они сходятся. Готовься, столовка. Подождите, не дамажьте. Несколько секунд не дамажу моба просто. Венесса метка. Отошли. Моба дамажит. Далеко моб стоит, блядь. Далеко моб! Ну подойдите, блядь, как он с ним не подойдет? Не хватает МЖ. В спину босса пройди столовкой и поверни потом обратно. Боком поставь босса. ЛМ, чтоб ближе к РДДшникам был, понял? Короче, мы не сказали ему, поэтому не знаю. Ты ничего. Сказать. Двигайтесь сами тогда. Сами подвиньте чуть-чуть вперед и все, ничего в этом сложного нет. Это время. Геру можно одеть? Давай Геру. Просто вправо идите и... На нахуй. Понятно. Ой, короче... Ну, потому что босс стоит близко. Понимаете? Не, нет, там... Короче, смотри, столовка, что тебе нужно сделать. Короче, когда он в себя эти все стороны этого спора собирает, тебе нужно прям под боссом у него под яйцами пробежать вперед, понял? Чтобы босс развернулся. И моб, у него моб перед ебалом вылазит. Типа. То есть ты пробегаешь... Минус вот так, да. Пизда, короче. Да, он типа вот так вылазит. Где мили? Зайдите уже в милизону, все. Просто так миликом встаешь и все, и все, все дела. Ну, мы по времени успеваем, его убьем. Тогда у меня вопрос такой, он появляется, во-первых, в хвосте, а во-вторых, может тогда сразу его боком держать, этого ебаного босса? Зачем? Затем, что в хвосте появляется моб, и он будет на таком же расстоянии к РДД, как и босс. Это не, все, блядь. Ну а чё нет, если просто столовка далеко ушел, блядь, и все. Ну, далеко ушел. Просто хитбоксы разные у босса и у элементаля. Я когда по мобу играть, он очень близко подошел, у него таргет меньше, короче. Ну, Димон, ты если этот босса танчишь, можно танчить его прям стоять прям под ним. Не обязательно стоять у него перед лицом. Просто в босса дать несколько шагов ближе и все. Там один... держу в курсе. Блять, мобы отрезались, блять. Гоби. Давайте я это, господи, с пулей их да убегу. Ну он же спулил один. Какие мобы? Я, блядь, захавали его, блядь. Хавайте, садитесь. А ты эти ебаные, какие мобы? Да их проще забак снимем. Я думал уже... Просто локи пробегут сейчас, да и все. Сейчас я подшиваю, войду. Так мы каждый раз так будем делать? Ну так давайте просто запиздим их и все. Конечно, запиздить, блядь, ноль это проблем. Да, по них забежать, ох, не? Встаньте тогда вот здесь за бочков. Вопрос. Смотри, просто пульни их, блядь, этой кидалкой нахуй сюда. Сейчас, секунду. Хотел поесть чуть-чуть, ладно. Потом... Смотрите, если мы убиваем моба, то все, по-любому, да, босс кладется? Ну, нихуя. Во время трэша, который соединяется. О, смотри, если никто не... То есть, смотри, там же как, типа, если ты не умираешь, босс кладется. Если, блядь, все будут дохнуть этих ебаных луж, конечно, босс не убьется. Если мы убьем моба и никто не сдохнет, да, то мы его убиваем. Там дальше продолжается все то же самое, пока будем бить... моба, будем кливать босса. У него после того, как мы забьем моба, должно быть там около 50%. Может быть, там... Минус 99% урона под щитом, когда живой моб. И это первое. А второе, когда вы кливаете... Ой, блядь, когда вы бьете этого моба... Бьем этого моба и пропал, блядь, нахуй. Бля, короче, вопрос.
Охуенный вопрос. Вы что, блядь, рофлите? Не, вопрос. Вот моб, блядь, два моба появляются эти обратные сферы, летающие или нет? Конечно, появляются, блядь. Саранитовые пары больше не появляются. Не будет больше. Вы не забывайте, когда живой элементаль стакается на рейде, плюс урон от тьмы стакается. И он пока скинется, вы типа зайдете, хоть одну вот это сокрушение словите, там ваншот будет. Там увеличивается сильно дамаг от тьмы. Это что значит? Надо не ебулить, разбудил. Да, да, все правильно. Нельзя в сокрушение попадать. Вот сейчас обратите внимание, вот первую эту лужу поймали, знаете как? Почему люди отскочили? Волшебник стоял где-то вот так. То есть он не стоял в черепе. Поэтому, ну, мы отбежали, вот я отбежал вот настолько, и она меня зацепила. Типа, не просто так метка стоит, вы стоите прям в метке, чтобы центр лужи упал именно в череп. Тогда все будет четко. Отбежали, прибежали. Что она кидается рандомно на человека, и то есть центр должен быть именно в черепе. Тогда будет проще ориентироваться. То есть, если на первой фазе, как все сейчас говорят, это не критично, вы не умираете, то на второй фазе это будет ваншот. Рыбу кушаем. Старайтесь, я понимаю, что там много народу, как бы в центре экрана черепа держите, РДДшники, и всегда будет все четко. Так, моб появляется. Давайте я вам звездочку поставлю, и она поярче, ее лучше видно. Сараниковая хуйня пропадает, то есть я могу лужу лить спокойно, да? Да, это есть тебе типа, там лужа, ты что, намажешь ей, блядь, или что? Блядь, второй типа... момент, из-за чего умерли. Типа, подходить к боссу нельзя, просто тупо потому что вот эти темы, которые лужи, они вылетают именно с босса. То есть, чем мы ближе к боссу стоим, тем быстрее эта тема летит до нас. Соответственно, если мы подходим ближе, то мы потом просто не успеваем выбежать из, ну, как бы... Она быстрее в нас падает, мы просто не успеваем выбежать, там соответственно, она нас дамажит. Там еще один момент. Короче, эти лужи, они чередуются. То есть какая-то летит быстрее, какая-то летит медленнее. И Саня сказал правильно. Чем дальше от босса, тем она чуть, ну, типа, летит как бы плюс-минус, ну, дольше. Вот, то есть смотрите, вы почему важно, вот как она только вылетела, нужно сразу отбегать. Это очень важно, потому что одна может лететь медленно, а вторая очень быстро долететь нас. То есть они как-то там рандомно летают. Вы можете просто ее, ну, типа поймать и все. Поэтому следите за этим. Как бы все вроде готово. Просто столовка, когда момба схватил, обойди его по кругу, да и все. Или через яйца пробеги. Все, нет Ой, проблем так. же. Босса в набор не забываем брать. Сейчас пока ману не тратил уже, нет? Не тратил. Просто когда моб появится, прям, ну, ты прям под ногами у него пробежишь. Все, стой, столовку, вот так и держи. И подойди под него поближе чуть-чуть. Ну, полетел первый. Песня, слонат, блядь. Да ебаный рот, ну, конечно. Пиздец, как ДДшником, блять, можно не увидеть это. Так. Волшебник, блять. Да сука, в метку вставайте, блять. На второй фазе это труп. Да, вы трупом будете. Сейчас нормально было. Вы видите, как она быстро полетела? Да, походу, когда он прожатый, блядь, она быстро летит. Ну, он как-то, да, он так рандомно полетает. Вы видите, как я вынес метку? Она, блядь, а куда ты назад-то бежишь, блядь? Ёбаный рот. Да у меня она... назад лежишь? А что у меня? Нахуя назад лежать? Сказали русским языком. Ну, подумал, что на мне метка. Стой, не следи. Волшебник, блядь. Тише, тише, в миле зону летит сфера. Спора летит, клифф стопнули.
груди метка. Все, Макрейду не подходи. Я не подхожу. У меня... А, ну... Нормально. У нас нормально. Макс. 15 Агра. Секунд будет моб. Я сброшу, не сын. Вот слетаются, смотрите. Так моба пока не бейте, дайте ему напулить, пусть он заберет. Ханты напуливать, у меня сейчас откатится трикс, я тоже напулю. Не-не, Азар, это груди, куда? Да, это груди, вы чё? Так, сейчас ждем лужу, пока не дымашьте, ждем лужу, чтобы в нас залетело. Переводи. Метка, да стой, метка, это метка! Что за хаос, блядь? Все, моба, герой моба. Зашли вправо. Все равно летает. Пошли вправо. Ну сука. Метка Макс. Саня, ко мне прилетел. Вот прыжок. Типа, как на этом, как на личи. Прожимок нету. А-а-а! У меня ковер на месте прожался. Сори, блин. Дал тебе каплю. Груди, стойте, стойте. Я вам помогу. Приготовьтесь там гимны командовать, потому что аура, пол хп у рейда нету, смотрите внимательно. А чё, огурцы схавайте? Келени, давай на хп читай. ХП хуёвый у рейда. О, всё в мелизону уехал, ну это война. У нас Асмодей и это, Зенеса прям вот ехали, не хватило РДДшников, походу. Я ищу. Там когда меньше 8... безуредные подъезжали в начале. Да, когда меньше 8 людей на РНЖ от босса, он в мили начинает кидать. Да. Короче, у меня, я нажал типа ковер, а у меня, короче, ковер прижался, а меня не тэпнуло. Короче, я сдох, блин. Нормальная механика. А времени закончился? Не, 4... не, в смысле, он просто, ну... Он 4... в КД типа ушел. 4 минуты у нас и 37 лям. Потому что подохли люди, блядь. Да. И сдохли б люди, у нас бы все хватило. Так, у меня вопросы, короче, к волшебнику. Что не получается? Скажи, блядь, что за хуйня волшебник? А кто такой волшебник вообще? Аверн. Ну, Аверн, летают по КД, нахуй, заебал. Что такое, блядь? Стартоп 1 ТПС. А что там понять пытаться, блядь? Это идти направо, блядь, и вернуться обратно? Ну смотри, она, когда... Вот мы стоим в ровной метке, да? Вот если, типа, все стоят ровно в метке, она летит ровно в метку. В ней радиус, то есть АУЕ вот этого взрыва, примерно 70 метров где-то. Ну, плюс-минус. То есть ты стоишь как бы... Мы хуярили, он, короче, сильно... АУЕ радиус. Ты выходи это, прям, блядь? Я же метку не просто так квадрат поставил. Типа, выходи. Ну так и ты понял, ты летаешь про КД. Ну что за хуйня? Это дизансфа была, когда вот я сдох. Зато смотри, Аверн дает ДПС первый, бля, и не сдох. Зато он летает. Первый. Но... Да, если бы он не летал, бы он еще больше дал. Кто давал топ ДПС, они сдохли все, блядь. Вот они дали топ ДПС.
Ну, типа, блядь, ну, если... потому что задерживается в этой луже, вот он и дает там ДПС. Типа... Очевидно же. Просто, если будем живы, мы как бы спокойно убиваем босса. Если будет трупы, ну тут вопросы уже будут. Ну давайте соберемся, блядь. На 50% мы выбили до появления моба, блядь. Это он потом там уже нахилился, блядь. Я, короче, заметил такую хуйню вот по своей мане. Вот 1% босса, это примерно 1% моей маны, блядь. Я такую хуйню, кстати, блядь, вопрос на засыпку. Минус от хил по боссу. Нужно, чтобы оставался, когда на нем хан вот ты это... Ты же, у тебя хан 2 ММ. Нужно, чтобы он оставался на боссе дебаф, потому что по нему дамаг снижен на 99%, но дебаф-то все равно можно вешать. Он меньше будет хилиться. Ну, ханты же по КД стреляют. Да, когда моб выходит, ханты по КД по нему стрелять перестают. Да, вот я про то и говорю. Когда моб, типа, да? Да, он вышел моб, он на 10% отхилился, пока был моб. Да, да, просто когда моб, все ханты это, прицельно сдают. Потом. Просто кто-то один, чтобы обновлял. Одного просто оставить. Не, два, одного. Какой молодец, короче. Когда выходит моб, твоя задача на боссе постоянно прицельно кидать. Да, понял. То есть пока было. А, так он не 10, это, да, не 10% отхилит, а 5, это будет попроще потом, блядь. Потому что 5% на нем, это, блядь, хп сколько, блядь, 5 лямов, нахуй. Ну я тоже бутарли свитч буду тоже кидать. А то там есть промежуток, типа, пока стрела летит, ну, выстрел, дебаф не висит. То есть, у него КД 10 секунд и висит на 10 секунд. Ну да. Да, чтобы он еще, типа, ему надо еще долететь, секунда где-то появляется. Угу. А когда два там будут висеть, то меньше будет шанса, что... Короче, поменьше летайте, потому что, блядь, я сейчас вас хилил, когда вы летали. Я зашел, когда мы мобы начали бить, у меня было 40% маны. У хилов вообще что, по мане все в порядке? По мане, да, нихуя не в порядке. Если меньше будет летать, то мы зайдем, у нас будет еще 70-ка. Процентов где-то маны. Если еще будете выносить метки быстрее, то вообще будет еще лучше. По сути, весь урон идет от этого, от ебаного вытягивания жизни. Весь рейд специально. Так ты смотри, еще понял. Когда живой элем, еще аура тикает. Вот которые стаки стакаются, аура тикает от тьмы. И она усиливается, потому что стаки увеличивают. Каждый стак на 10%. Когда, да. Когда моб умрет, ауры уже не будет. Будет просто сокрушение шотать. Бутыльки кто-нибудь пил вообще, работают? Кого? Бутыльки на ману. На ману нет, не работают. А должны, блядь. Десятки не работал. Ну и тут тоже, наверное, не работал. Так я говорю, у меня в десятке мана вообще не отнималась. А тут что-то капец. Мы моба добили, у меня 3 косаря маны все осталось. У меня по мане вообще все шикардосно. Я хуй знаю. Ну что там, готовность? Можете меня затолкать в какую-то пати, будет на 5% больше у кого-то. Да, бля, я хуй знаю. 5% не решит. Полетели мы. Близко босс стоит. Чуть-чуть его отведи, пару шагов назад. Чуть-чуть. Все, 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 возвращайся. Под него прям. Спора в мелизоне. Алло. Ботинки на эту хуйню как бы приобретать. Ботинки надо приобретать, блять, на ебаную метку. Чтобы вынести быстро. А не на эту хуйню, чтобы сбежать просто. У меня
дробь сюда. За три у тебя до срыва. Мне тебе сальву удалось еще. Нормально. Я сейчас брошу. Ну, уж не скачу. А, кстати, я наверное, знаю, почему она вас проебывается, блядь. Там, что там АУЕ что-то. Спорка. Спора в мели, аккуратно. Нормально там согрузка, лук? Да-да. Смотрите, моб сейчас будет. Подойди, столовка, чуть-чуть под босса еще ближе. Еще прям можешь по ясням проходить. Все, сбегаются. Все, на пол дали, по-моему, оба бьем Геру. Все равно моб далековато стоит. Живи. Молодец. Может чуть-чуть поближе мамба, можно, нет? Ты никак он тебе ближе его не подвинешь, сложит его нахуй. Все, разворачивай. Потому что у нас как-то он, блядь, улетает. Отлично. Я же говорил боком, блядь. Будем знать. Арчи. Видишь, как рейд хп сейчас просела? Ну что, долго было. Вот прожимка есть у столовки? 14 секунда. Есть. Солок, это тоже захват этот хуяч по КД. Во-во-во-во-во-во-во. Я сорвал, блядь. Скидывай, скидывай. Сальву дайте, лё. Нет, я просто хп пососал. Сори, блядь. Упс. Потом резни. Захильте рейд на фул. Груди. Поворачивай его. ШПшника точно можно резнуть, 12к дает. Надо бэрить, блядь, ШП. Келе, не ебани на ХП. И это, блядь, это в груди, стоим, это в груди, ждем. Дай, Алиса, дай БР по Анисту. Маны нету, нет. Стоп дымак. Пизда, маны нету. Нечаянно есть БР Аганиста поднять? Подожди. Ладно, уже пойдем. Пружинка есть? Я жду тогда сокрушение. Ну как, волшебник, блядь. Хильте. Хильте, ну. Да все сложило, нахуй. Короче, у нас с маной проблема. Тут, короче, есть баг. Я только что видел. Короче, в чем прикол? Он когда кидает лужу, то есть он кинул одну лужу, да, мы снимем эту лужу, он кидает вторую лужу, получается то, что старая лужа пропадает, а мы по факту стоим на новой луже, и там какой-то прикол, не знаю, короче,
у нас есть какой-то промежуток по времени, то что когда старая пропадает, и на нас, по идее, должен перевешиваться новый дебаф. И он когда перевешивается, короче, мы типа не под этим дебафом, я хуй знает. Короче, вот у меня, например, косты типа, ну, длиннее были. Я так это... Да-да-да, есть такое. И, короче, это значит то, что у нас ему мана тратится, как я, ну, за обычный каст. Короче, это нужно как-то, блядь... Надо смотреть дебаф свой, вот именно, чтобы он был. Так вот, и вот именно, да, его нужно в какой-то Tell Me When что-нибудь там, короче, вывести, чтобы все видели сейчас. Ну, он ведь возле не карты же. Да не, это типа, ну, сложно следить, это типа, ну, туда смотреть. Один глаз туда, а другой, нахуй, в центр. Да это... ДБМ здесь орёт, типа, белый... ДБМ не орёт на эту хуйню. Не, я про этот, если метка на тебе, беги, малышка, беги. Такого нет тут. Есть ДБ, конечно, ДБМ показывает, что на тебе метка. У меня он просто показывает, но, блин. Он тебе показывает темное сокрушение, это лужа, и метка безликого, это сама метка. Ну ничего, показывает. И сколько сейчас до берсы было? Я помню, 48%, да? А сколько меня... было? Минуты. А лямов сколько? А маны 0, маны 0. 4 минуты. 3.12 это было в конце, когда мы сдохли. Было 4 минуты, когда мы моба запиздили. Мне маны не хватает, короче. Короче, давайте... Если бы, блядь, все нормально было бы с маной, мы бы запиздили. У нас хватает ДПС. Если еще 3 тела упали. Когда впали? Когда срыва гроб было? Ну, я, да. Я напуливайте по КД, блядь. И следите за своей хуйней, там, уход в тень, блядь, раскол, всю хуйню клацайте. Блядь, и слакать, вы не путаете нахуй метку, которую нужно выносить назад. Все начинают, блядь, кидается метка какая-то ебаная, и, блядь, и чел 5 начинает вправо бежать, хотя это не та метка. Но они не видят. А потом кидается, блядь, хуйня эта, сопля ебаная, типа на чела, которая, блядь, сам, ну, проебался и пошел в квадрат, блядь. У нас, типа, первый сдох срез в мелье вообще, темного сокрушения, почему, блядь? Как это вообще, блядь? Потому что сорвали, отреза побежал. Я ж тебе говорил, агра. Так, в смысле агра? У меня эта хуйня по 42 тикнула, я и сорвал, блядь. Короче, Макс, вопрос такой, смотри. Вот у меня закончилась мана, да, и хули мне потом делать? Нихуя не делать. Просто хилы, хилам и так тяжело попрохилить, нахуй, я все его ухожу, я не могу тут агра набирать. Ради, типа, ну, то есть... понял. Ради того, чтобы вынести метку. Да, не, если у тебя мана вообще закончилась, то я думаю, ты можешь встать к нам и все, и с нами бегать просто. Понял? Ну да, у меня вот сейчас в ноль закончилось. Я тебе говорю, у меня заканчивается мана, когда вы, блядь, не выходите с меток. Это пиздец, я просаживаюсь прям жестко. То есть мана, если закончилась, все, встаешь к нам. И если у тебя есть крест, можешь крестом, типа, умереть, встать. Я тоже так думал. Ну, вот смотрите, здесь мана резится только с саранитовых паров, но это обычный режим. А в хэме их больше не появится, и ману ниоткуда вообще никак не резнут. И все хилы были в ноль по мане, а у босса пол хп. Да, есть такое. Вот, и что делать? Не умирать, выходить. Давайте так, смотрите. Идите вот аккуратно. Сначала стоит вот эта груди здесь. Просто сливаешь всю ману, как только ты, у тебя мана кончилась, заанонсил, зашел к нам, ну, в этот... Точнее, да, ты вот тут стоишь, у тебя мана закончилась, ты заанонсил, зашел вот сюда. Вышел другой хил, допустим, кто у нас там... Допустим, Алиса. Алиса вышла сюда. Все, она теперь хилит, короче, крест и тех, кто, ну, там, отлетает и так далее. А у нее мана закончилась, она будет возвращаться сюда. Толку, когда закончился моб, все хилы были без маны. То есть, ну, все равно, типа, порой очень хилы, много проходит. Хилы, которые вот с нами бегают, вы вообще не хилите, типа. Ну, вы не должны хилить. Там хил урезанный в этой в черной хуйне. Очень жестко. Типа, ну, бред. Там, да, не надо хилить. Я должен вас прохилить. Ну и да. Все. Вот этот человек, который тут стоит, он и должен, типа, прохиливать рейд. То есть, этот человек, который стоит левее от рейда, он хилит. У него мана заканчивается, он забегает в рейд, другой человек убегает на его место. Все. Холли Паладин стоит, мели, как бы бьет там сам хилит. То есть все. То есть Холли Паладин вам ассистит. А мейн хил именно вот этот чел, который тут слева стоит. ДЦ кидает баблы только в танка. И все, больше никуда не кидает. И щитки. Ну, кстати,
Зелья работают на ману? Кто-то проверил? По-моему, пишут, нет, что работают. Нет, не работает ничего тут. Может, сласочку выбить на МП5, она тоже не работает. Ей Коля пристал лучше? Типа здесь просто, ну, имбаш. Что здесь обращается? Ну да, типа тут лучше Холи Прис, наверное, чем ДЦ. Чисто воешка. Наверное. То есть, смотрите, хилы, которые стоят в основной РДД пачке, вы АФК стоите, вы вообще ни одной кнопки не нажимаете, вы просто бегаете слева направо, все. У того чела, ну, возьмите фокус, типа, этого человека, не знаю, кто стоит слева. Она закончилась, один вышел. Типа, давайте так. Дальше, короче, спекайся в холле приста. Короче, груди стоит, начнем на фул ману, разряжается. Как он по мане сядет, выбегаешь ты, Даша, первая, да? Как Даша сядет, выбегает Алиса. А у нас еще и Фарина, да, есть? Да. Тогда сделал наоборот. Мана закончилась, у груди выбегает Даша, у Даши маны закончилась, выбегает Ефарина, у Ефарины закончилась, выбегает Алиса. Владимир в мили стоит, все. Говорят, да, 3 не на МП5 работают. 3 не на МП5? Угу. Заебись. Подгоните 3. Ну какие там на МП5? Колокольчик, что там еще, блядь? Карта вроде есть, середине полторашку. А, ты имеешь в виду сам монорек стринки работает? Ну. Метасокет есть, который регенит ману. Вон, допустим, как у Алисы. Ну тут триня это хорошая по-любому будет, которая восполняет от критов тебе. 900 ману. Можно типа начать с Алисы тогда. Пусть она стоит, если у нее это все есть, пусть она стоит сначала на ренже. Типа, у нее мана закончится, она забежит и будет регенить, типа, пока бегает вот этой всей хуйней заниматься, другие хилы будут хилить. У нее хоть какая-то часть отрегенится. Она может пойти в мили и лупить своими веточками. И регенить через синюю джагу, например. Ну, как вариант. А зачем вам хил не под боссом? Интересно просто. Почему? Ну, типа, чтобы он прохиливал крест там и так далее. Не, ну типа, ну вообще вот этот скилл, который слева, он достает до креста, ну до всего должен доставать. А что если крест поставить там, где хил стоит, а хилы под боссом, что нельзя? Зачем? Ну чтоб хилы под боссом стояли, нахуя им стоять не так, под боссом? Так там тоже определенное количество должно быть в мили-зоне, в РДД-зоне, потому что он начнет этой хуйней хуярить в мили. Ну 8 это... человек должны быть на ренже, ну, всего смотри, лишь 8. Смотри, вот допустим, кто-то лутанул метку, да? Упал, и у нас не хватает РДДшников. Это надо будет, чтобы из мели хил какой-то выбегал, да, вставал в РДД пачку, чтобы у нас было ровное количество, чтобы вас, миликов, не кидалось лучше, правильно? Правильно. Нет, но... так там 8 человек, а вас РДД 11 штук. Все хилы могут под боссом стоять спокойно. Если правильно вам будет говорить, блядь, пускай в миле стоят, хуярят с руки по боссу. Ну, я не понимаю, зачем. Не, ты мне дай договорить, я же говорю, это да, ты прав, но если будут люди дохнуть, им придется... Блядь, если они будут дохнуть, то это вайп, ебать, поэтому тут похуй, блядь, да, будут они дохнуть или нет. Но потеряем, ну, по факту. Просто вон у нас 11 человек есть РДД, пусть нахуй милики стоят, да, нахуй. Хилы стоят в мили-зоне и палками машут. Вон крест просто, где черепок сейчас стоит, туда и бодите, и туда метку безликого выносите, и все, блядь. Она будет захилиться из-под босса спокойно. Да, груди также пусть остается, он уже в теме. Давайте ребзи, блядь, шевелиться, да, нахуй. Не так, надо нет, там подожди, стоять. Подожди. Там не надо теперь ему стоять. Зачем? Какой нахуй стиль, блядь? О чем мы только что 10 минут разговаривали, блядь? Давай, столовка, работаем. Или что там, блядь? Чек, хуек. Короче, в снеке вы... Макс, твой портал там сзади остался. Да. А, Локи, порталы переставьте. Нет, только ты, по-моему. Асмодей. Асмодей поставил. Все, уже переставили. Все, поехали. Пару шагов сделай назад. Да все, все, вот так, стой.
Да, да, да. Почему нужно двигаться лево-вправо, чтобы на вас бафнуть. Нечаянно. А мы метку выносим влево. Нечаянная метка, нечаянная метка. И в ту сторону. Ну, сука. Вы смотрите, это метка или, блядь, лужа? Внимательно тоже будьте, блядь. А чё-то вайб был. Прожимок нету. Телдер, звони по безвредному со льву. Не звони. Сейчас моб будет. Ну это не критично, но хуёво. Ну танку хуёво. Мы обайраем. Ну на пульте, блять, ханты. Далеко моб, далеко моб. Справа, справа. Ближе чуть-чуть. Ловко держи. Сука, вы криво стоите. Глыба метка, кстати, скидывается. Но предлагаю еще хила. Ловку. Пусть знает. Я предлагаю убить изимот. Потому что, блядь, КТ как бы заканчивается, нахуй. И. Согласен, кстати. Лучше да, убить хоть что-то. Надо спать идти. И время поджимает, блядь. Ну го. Ну, потому что, блядь, в принципе, там все получается, но я имею в виду в плане ДПС и всего остального. Но вот вышел моб, я прочекал все хилы, все почти сухие, блядь. Угу, угу.
нечаянно, смотри. Чем метка слева? Чтобы вы в кресло носили метку безликого. И чтобы до вас доставали хилы. Ты понял, нет? Ну сейчас кто-то два раза не вынес, блядь, нахуй. Он 10% босс отхилило, нахуй. А, и... там просто получалась такая хуйня, что летела эта хуйня, и на него кидалась метка. Он... Ему приходилось бы тогда, если в кресло... Смотрите, через, блядь, смотрите, смотрите. Вы сейчас такую, вы сейчас настолько грубую ошибку себе совершили, что пиздец. Вы... Ну, вы невнимательны просто, вот я вам скажу. Вы когда, то есть вот ДБМ вам анонсит, вы смотрите, что это. Это метка безликого, либо темное сокрушение. Потому что, блядь, кидается метка безликого, а темного сокрушения еще нету. А вы уже побежали, блядь, вправо. То есть, вы понимаете, вы уже сместили все. И через несколько секунд кидается это темное сокрушение. И хорошо то, что оно кинулось на самого левого чела. А если накинется вот на самого правого чела, и вы, блядь, абсолютно все, весь рейд утонет этой ебаной лужи, мы все сдохнем. Так вообще, по большому счету, не знаю, конечно, что вы заморачиваетесь, но без всяких меток это все убивается. Без вот этих вот жестких привязок к месту. Просто смотришь, где человек, на которого повешался черепок, где он находится. Это убивается на циркуле, где нету хп, нихуя у этого босса, блядь, и вообще абсолютно... Да, оно все легко убивается, когда тут овергир, блядь. Не, даже не овергир. Я вот десятки убивал. Там просто смотришь, где человек, на которого повешался череп, в тот момент, когда он повешался, где он находится. Туда прилетит эта лужа. И все. Все, что нужно понимать здесь. Больше тут ничего не надо. Mm-hmm. А вот когда моб выходит и ДБМ багается, вообще такой череп. Прям все научатся смотреть на эту меточку и просрут. Ну так он, сказали же в начале рейда, что выбирает босс таргет. Он меняет таргет, поворачивается, хуету эту кидает. Просто что он повернулся и кинул, это уже можно отбежать. Просто вы, ну, вы сейчас неграмотно просто все делаете, у нас поэтому сейчас проблема. У нас, блядь, проблема с маной из-за того, что вы, блядь, лишний урон по рейду делаете. То есть люди с метками, и кто лутает темное сокрушение, это абсолютно ваша вина, на 100%. Это ваш косяк, блядь. Вы, ну, то есть мешаете рейду сейчас. Нажмите, блядь, все на босса и нажмите запомнить ебаную цель. У вас будет показано его таргет постоянно, блядь. И даже будет показывать два таргета, когда он будет менять. Все, блядь. Я хил, я не дамажу ебучего босса, блядь. Я вижу все таргеты его. Еще и успеваю вас прохилить. В чем, блядь, ебаная проблема? Красава. А меня? Тебя вообще нахуй не хилю, я залупился. Понял, нахуй. Давайте, бафа, раздавайте быстрее. Ебанем его сейчас в изи и все. Изи мод чем отличается? Бурей бьешь. Моба не будет. А уешить можно. Не будет. Понял. И просто абсолютно все вот эти ебаные сардины. Не бегайте его за рыбы, алло. Сферы сейчас эти саранитовы расхуярим. В них, во-первых, заходит диригенница Манка. И моба не будет, и все. Кстати, шаманам вообще изи, когда вот реально стоишь в боссе, и получаешь периодический урон. У тебя щит бафает тебе ману. Ну, урон это когда выходит моб. Ну да. Я говорил, что щит бафается. Ну да, щит вообще заебись тема. Но это когда моб выходит, ты периодически вот начинаешь лутать, вообще заебись. Ну, если у тебя талант взят, все твои криты дают тебе прок. Все так, были готовы, столовка, поехали. То есть хилишь малой волной всегда, пока здесь. Все то же самое, стоим так же, блядь, не лутаем нихуя этот вздрой. Мана так. Сейчас споры повыходят. Что будет споры это разъеб? Да. Геру скажите, когда. На изи можно из пула было. Могу сейчас дать. Типа все в метках, чё, может сейчас, Гер, чё ждать-то? Смекалка, напуливай.
Какой молодец тоже на поле. Споры гуляют сзади. Раз... Начинайте их хуярить. Там хилам в лужу надо залезть или что? Ну лужа будет после подспора, в ней должна мана регать. А, типа, то есть тотемы туда, озарение и все два. Не, она просто в луже должна зарегаться. Разбивайте споры сзади, их надо все убить. Ты что, кричишь? Все споры убейте быстрей. Блять, я понял, нахуй. Лучше сделать самому. Слева там нету спор. Точнее справа, блять. Не видно. Нет. Ого, там с маной хилы грустно, он спору разбейте. Возьмите в нее, зайдите, она вам должна отрезаться. Да убежать. Ух ты, блядь. Миша, ты зарезал, ман, нормально все? Веди чуть босса. Ладно, не надо, не надо. Все, стой, стой, стой. А святую клятву прожимал внутри лужи? Встаньте все в звездочку ебучую, РДДшники. Теперь бегаем, блядь. В квадрат. Вы, конечно, придумали нахуй все, блядь, выбежать. Забежать. РДДшники там и стоят, нахуй, где стояли. Столовка, жмись там, если... Как что ты его разупляешься, это просто пиздец. Чё, от чего умираете, блядь? От лужи стоят, лужи. Чё, прикалываетесь, блядь, или шо? Там стаки... У нас там стакается, по 100, 200, 300, да. Блядь, больше, больше. Эфорина встать есть? Надо вывести, сука. А сейчас нормально. Нечаянно подними Алису, Алиса подними до. А че, зачем милиционеры заходят? Ну там ману рисуют хилы. А милиционеры зачем? Не понял. Ну у ретриков тоже садится ману. Ага, а зачем туда залезал? Ну, я бил.
Я спор убил, а не в лужу залезал. Миша умер, потейте, блядь. С меткой там не ебулите, прием, блядь. Почему лоб пешком убегает? Что? Это, а что без маны делать? В зеленую лужу заходить. У них, кстати, вон еще есть пары сзади. Спору раскалите, РДД, зайдите в нее там чуть-чуть паре. Убейте. Только надо хилить того, кто в нее заходит. И ману ему заливать, видимо. Нет? Ману лужа заливает, ХП меняется на ману. Окей. Прожмись. А нечем. Так а раньше сказать нельзя, дайте зубы нахуй, блять. А нечем, блять, заебись. Нет, спасибо, зубов, блядь. Она в холике. Так сакру дали, блядь. Вообще-то хилы, и ты не видишь, что тебя на нуле, они вообще на нуле все. Тихо, успокойтесь, я без замученного микрофона, да, все время был? Ой, я побегу, блядь. Один ёбаный ДКшник выбегает в ёбаную РДД-пачку, звезду, и грипает нам ебаную саранитовую спину. Бля, вы чё хуйню несёте, берите танк, алё, блядь. А чем бэрить два бэра на КД, блядь? Ты что, проснись, блядь. Какой тут... толк бэрить? У них ману, видишь? Ноль. Ноль маны. Дело даже не в мане. Дело в том, что босс не таунтится. Ему агро с нуля не набрать никак. Так что а это лайк. Он будет как груль, нахуй. Так как да, груль, блядь. Это залупа. У него только на пух. Дайте бомжей, пусть бомжей побьет. Ну, бомжи, не поможет, там бомжи чем, невосприимчивостью босса. 10 лямов, нахуй. Да 10 лямов мы не выбьем никак. Че? Ну побегай. Ладно, давай поугараем. Давайте лучше время сэкономим. Тут на обычку маны не хватает. А мы, может, его убьем, время сэкономим. Вокруг бегай, там РДДшники в них сокрушение кидают. Сверху. Нахуй чего танчить будет? Тут... Прям, надо... РДДшники, сгруппируйтесь одной пачкой в середине просто и все, РДДшка. Ты все равно сбиваешь. Смотрите, куда надо. Летит. Сюда летит. Нахера мы уже два ляма так выкинули. Давай, нормально, там по агро не догоним. Вообще не 2, а 4. С того момента, как давайте падайте, я замерял. Даже этого не смотрел. Будешь что внукам рассказать, нахуй. Сука. Косты, главное, сбиваете внукам рассказать. Защищайте, по моему доспеху. Главное, бейте, блядь, берса через минуту, потом попиздим. Я так понимаю, сферы эти не грипаются. Среди. Я только что грипнул сферу, она не грипнулась. Да не хильте его, ёбаный рот, на ком метка, бля. Бусты отдали, давайте влюбим. Там, кстати, скоро меня перявелит. Шама. Нет, там далеко до срыва. Ай. Как мы там не успеем, бля. Сломайте ебаную сферу кто-нибудь. Там дохуя людей подохло, бля. А чё я типа на берса ему сиранжу, бля, куда гонку? Он тебя сейчас на расстояние ебаню. Чё, глянем. Отражалку отдай, попробуй на берса. Сапоги есть, если что? Куда откатились? Ну, берса. Давай, сапоги, ага. Ты скушал, блядь. Да, блядь, один ДД выжил какой-то, мы его добили. Два ляма ебаные. Капец. Споры эти не грипаются, если что, блядь, Максим. Что вы, говорит, хуйню несете, танка резайте, блядь. Десятки горит. Да нет, чем резать было, хилы на нуле. Да, БР на КД, блядь, что резать? Да нет, я как эти споры тогда подводить? Ну, ждать надо, блядь, момента, когда она будет, блядь, там где-то гулять, лопать и заходить в нее. Она резает ману, блядь, но отнимается ХП там. Ходки подкинули туда, блядь, нахуй все. Вот так вот, блядь. Бля, может вообще вы нахуй не танчите? Просто подругой. Да не, у тебя гроб много было. На гроб просрешь. Да я не знаю, он заебал натуре, нахуй.
Ты столовка говори, у нас три ретрика есть, можем по себе... Я еще раз говорю, хилы были на нуле, одна хуйня. Да это похуй, блядь, это не мешает, тому тебе сказать, что пацаны дефов нет, дайте что-нибудь, блядь. Короче, давай я спекну с хила, просто постою и под конец похилю тебя, под 30% когда будет. Алло. Ну а ДПС? Да похуй на ДПС, убьем и так. Ну что, давайте все хив скиллов спекнуться, в принципе, нормально. Ну, хипал-то больше хилит, чем этот. Что? А, гной, просто пищело Дамир умирал, блядь. Сколько раз? Один. Или сколько? Или три, да? Или два? Он один раз на этом трое умер. А, это другой трое. Не, ну а что делать, если хилы просаживаются по мане? Заходить в зеленую... Да там не хилы просаживаются, они пошли по регениться и умерли все втроем. Вот почему так получилось. Ну, теперь знаем... Там регениться по грамотному, по очереди, блядь. А ну... в этих дот... в сферы, как она, господи, спорах в луже дамажит же, да? Да. Сначала немножко дамажит, потом больше. Потом. Количество хп, которое лужи отнимает, возвращает такое же количество маны, блядь. Короче, 200, 400, 800, 1600 и в двукратном размере начинается. Так же восстанавливается мана. Поэтому зашли там, блядь, на 10 секунд, хуяк вышли, блядь, все, хилим нахуй. И не надо всей бандой сразу втроем туда забегать, блядь. Ну не знаю. Давайте. Просто... Пиздим, блядь, его время нахуй. Просто не знали, как лужа резает ману, как она дамажит и все. Теперь знаем. И вот этот талант «Хладная броня ужаса», он топовый считается, потому что 3% у тебя босс будет промахиваться. То есть у босса меткости минус 3%. А так он 100% по тебе попадает, а будет минус 3. А для чего тут холик нужен был еще раз? Я что-то не вкурил. Почему не ДЦ? Да хуй знает. Ну типа, чтобы прохиливал в одного рейд. Какой смысл ДЦ? Ты, типа, ну, она же не будет тебе типа, сам щитки кидать просто нон-стопно по рейду. Ну да. Почему по рейду, по танку, по лучшему? По танку можно и холики кинуть, если что. Ну там, как бы, типа, послабее, плюс зубов нету, не? Так, а тут есть, же РДТшки, по идее, больше ДПС выдают. Да, давайте, а то мне это, уже идти надо. За место, ну, типа, зубов двух есть. Ну, плюс там еще поражимка по арче будет. Коля приз просто поднимает АВЕшкой. По мне прожимка, а я тут чё? Ну, этот... Да там пофиг, Сань, там... Типа, такой каст очень быстрый в этой херне. У всех, скорее всего, больше-меньше секунды кастуют.